это один из волжских городов, там, городов красивых, в красивом месте. Были какие-то предприятия, крупный завод был, вот, который сейчас завод имени Масленникова. О Самаре как городе трудовой доблести ученикам казачьего кадетского корпуса рассказывает необычный учитель. На урок мужества в школу с патриотическим уклоном прибыл заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Урок патриотизма, который здесь проходит в преддверии 23 февраля, он начал с главного вопроса – кто такой российский патриот? Ответственность, она какая? Она же вот, ответственность за страну, да, но она складывается из ответственности какой? За семью свою, да, там, за соседей, за однокашников, там, по, вот, сослуживцев. Да, друзей, знакомых, родственников. И вот эта ответственность, как раз это и есть патриотизм. В духе патриотизма кадетский корпус живет независимо от дат. В 10 казачьих классах школы-интерната обучаются дети со всего региона. Спрос на обучение ежегодно растет. Девочек в кадетских погонах тоже немало. Грамоты и кубки за их заслуги пополняет стеллаж с наградами. Школа развивается, и совсем скоро здесь развернется своя выставка, посвященная волжскому казачеству. 36 плакатов уже завезли в корпус. Эта выставка была в Доме офицеров, и после того, как прошла выставка, передали Волжскому войсковому казачьему обществу, а войсковому казачьему обществу передают кадетскому корпусу. Уроки мужества в преддверии Дня защитника Отечества проводятся во всех образовательных учреждениях области. Гульфия Сафина, события.